8 мая в Одессе произошел взрыв в жилом доме на улице Бабеля, 27. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области. Сообщение о взрыве в жилом одноэтажном доме поступило в службу спасения 101 города Одесса около 9 часов утра. За 4 минуты на место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что в одноэтажном здании квартиры номер 8, которая пристроена к 12-квартирному двухэтажному жилому дому, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва возникло частичное разрушение крыши квартиры номер 8, смещение несущих балок, обрешетки и шифера на общей площади 15 квадратных метров и поврежден шифер в соседнем квартирах. Разрушение несущих стен не возникло. Во время взрыва хозяин квартиры получил ожоги 95% тела и в крайне тяжелом состоянии бригады скорой медицинской помощи госпитализирован в реанимационное ожоговое отделение городской клинической больницы номер 10. От Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области привлекались 3 единицы техники и 15 человек личного состава.